Население Армении уменьшилось во всех регионах. В период пандемии из-за закрытия границ практически во всех странах мира наблюдаются положительные данные относительно численности населения. Но Армении не помогло даже закрытие границ. Население страны уменьшается с катастрофической скоростью. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский экономический обозреватель Ара Галаян. По его словам, в Армении сокращается как городское, так и сельское население. По официальным данным, в прошлом году, например, в Гюмри проживало 112,5 тысячи жителей, а в этом году официальная цифра 111 тысяч. Такая же тенденция наблюдается во всех областных центрах Армении. Без исключения, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось население всех райцентров, отметил эксперт. Галаян подчеркнул, что больше всего сокращение числа жителей в сравнении с прошлым годом наблюдается в Кафане, Горуси, Мигри и Сисияне, Гаракилсе. Одним словом, в Зангезурском и Тавушском областях такими темпами через пару лет не останется ни единого армянина, сказал армянский экономический обозреватель Ара Галаян. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.